Проблемы с лицом, тусклый цвет, расширенные поры, прыщики и прочие высыпания могут беспокоить как молодых, так и возрастных пациентов косметологических кабинетов. Сегодня речь пойдет о том, как улучшить состояние кожи с помощью пилингов и лазера, рассказывает кандидат медицинских наук, врач-косметолог Камалова Альфия Габдуллаевна. Сейчас, чем дальше развивается наука о химических пилингах, тем больше мы понимаем, что не надо давать такой сильный стресс коже, чтобы получить очень хороший выраженный эффект. Последнее ноу-хау – это липосомированные пилинги, это умные пилинги, которые не вызывают такого стресса кожи, но при этом эффект, который мы получаем, он очень выраженный. То есть нету такого стресса для кожи в плане повреждения, но глубина воздействия – это очень сопоставимо с очень стрессовыми процедурами. То есть срединные пилинги, но без сильного шелушения. То есть пациенты результат такой процедуры начинают видеть через 3 недели в среднем. И когда мы проводим курс процедур, то очень красиво выраженный эффект идет. Тусклый цвет лица в юные годы обычно не так беспокоит, а вот с возрастом к этому добавляются признаки увядания. В этой ситуации хорошо работают ретиноловые пилинги. Вот эта вот прослойка, которая делает кожу в юности молодой, плотной, насыщенной, она истончается. И вот эту прослойку как раз-таки стимулирует ретиноевый пилинг. Ретиноевый пилинг или желтый пилинг, он именно уплотняет кожу. Цвет лица после проведенного курса процедур очень хорошо выравнивается. Ретиноевые пилинги мы используем в компании Медидерма. Это умные пилинги, они липосомированные, поэтому период реабилитации очень комфортный и при том, что эффект очень выраженный. По сути, пилинг – это контролируемая травматизация кожи с целью обновления клеток, а значит и улучшения состояния. Пилинг проводят не только с помощью препаратов, но и, например, с помощью лазера. Пилинг – это вообще же общее понятие шлифовки кожи, по сути. Чем бы мы ни делали саму шлифовку, то есть это все будет называться пилинг. Может, химический пилинг, лазерный пилинг, дермабразия, то есть алмазный пилинг. То есть это любой компонент может выступать именно в качестве шлифующего компонента. А с чем мы работаем, то есть тут уже зависит, идет название. Лазер – это или химия, либо это какая-то алмазная фреза, или пескоструйная дермабразия. То есть смысл один на тот же. Но в зависимости от того, чем мы воздействуем на кожу, мы получаем те или иные эффекты. У чего-то больше омолаживающий эффект, у чего-то больше работа с пигментацией. То есть тут мы уже выбираем, что нам нужно в данный момент, на что пациент готов в плане реабилитации. 3-4 процедуры дают стойкий выраженный эффект. В основном, конечно, пилинги – это процедура холодного периода, хотя в последнее время появляется много всесезонных пилингов. Если возрастные изменения требуют более интенсивного воздействия, пациентам обычно рекомендуют лазерное омоложение. Для этого мы успешно используем лазер Окупалс, это СО2 лазер, который выжигает кусочки кожи. Благодаря этому кожный лоскут сразу сокращается, но вокруг него, вокруг этих выжженных кусочков есть участки нетронутой кожи. Поэтому благодаря этому кожа быстро и легко восстанавливается. При том, что количество этих участков кожи, которые мы выжигаем, и глубину мы можем контролировать. Благодаря этому эта процедура и безопасна, и эффективна, и хорошо контролируется врачом. Восстановление после лазерной шлифовки происходит в течение 3 дней. Пациенту назначают препараты для деликатного ухода и безопасного восстановления. Кожа – это живой орган, который постоянно обновляется. Поэтому так, чтобы у врача-косметолога сделать один раз и навсегда процедуру, такого не бывает. То есть это нужно сделать какой-то периодичностью, то есть мы это подсказываем. Какие-то процедуры рекомендованы даже один раз в год делать, но для поддержания мы рекомендуем пациенту приходить к нам один раз в 2-3 недели. То есть все это подбирается индивидуально, с каждым пациентом все это обсуждается. Ухоженное лицо требует внимания и участия специалистов, ведь оно является признаком успеха и благополучия. Даже скромная одежда будет выглядеть лучше и дороже в сочетании со здоровым цветом и сияющей кожей.